В 2020 году в городе Елец Липецкой области был спущен на воду драккар «Скальд». Это самый большой драккар в России из ныне существующих. Его длина составляет 18 метров, ширина 3,4 метра, высота мачты 11 метров, вес корабля 5 тонн, а вперед его движут 26 весел. Скульделев – это поселок в Дании, рядом с которым на дне фьорда Роскеле было найдено 5 кораблей эпохи викингов. Корабль создан как реконструкция на основе реально существовавшего судна викингов, известного нам как Скульделев-5. Оригинал был построен в Дании около 1030 года, имел длину 17,3 метра и 26 весел. Драккар «Скальд» построен участниками Елецкого исторического клуба «Копье» под руководством Павла Семенова и присоединившимися к ним добровольцами. То есть 3 года мы готовились, мы покупали лес, инструмент, делали чертежи, готовили ангар, где будем все это строить. То есть, и только вот через 3 года мы начали строить, и за 3 года его собрали. То есть вот в феврале этого года мы его закончили.